студії, отже, Андрію, так, от один з глядачів сказав, що це величезне досягнення для бідної країни, але хто ним скористається? Я полностью согласен с телезрителями. У нас действительно очень сложная экономическая ситуация, проблемы с деньгами, но макроэкономическая ситуация в стране никакого отношения к получению безвизового режима не имеет. Руководству страны нужно думать, как улучшить макроэкономические показатели, чтобы люди могли обеспечить себе потребительский пакет элементарный. А выезд за рубеж – это уже по усмотрению граждан. Это безвизовый режим. Не вижу вреда от получения безвизового режима. Я 3 года дискутирую на эту тему. Никто никогда не привел ни одного аргумента по поводу того, что будет какой-то вред от получения безвизового режима. Так, звичайно, не зашкодить. И тем паче так, сколько законопроектов важливых и необходимых были приняты в рамках тиску, снова ж таки, наших зовнішніх партнеров для того, чтобы все-таки отримати безвиз. Да, и вы сегодня цитировали Арьева, приводили пример, он говорил, это достижение там, политиков и так далее. Это достижение украинского народа. То, что мы 3 года ждали и слушали лапшу всю, которую нам вешали каждый раз, там, 2014, 2015, 2016 года, я как эксперт 3 года это комментировал, и мы еще не получили безвизовый режим. Это не достижение политиков, это достижение украинского народа, что мы терпеливо слушаем весь бред по поводу того, когда нам ведут безвизовый режим. Скажіть, будь ласка, от на завершення цієї теми, просто наскільки складно взагалі за практикою так отримувати безвізовий режим для третіх країн? Ну от на прикладі Грузії. Що зробила Грузія для того? То вони так само проходили. Ми зараз не говоримо про 3 роки для України. Ми набагато довше чекаємо. Була ініціатива від Порошенка, коли він ще був керівником МЗС. Ющенко взагалі цей процес розпочав в Україні. Ще потім три пакети при Януковичі утверділи. Тобто приймала, Рада приймала. Ото доприймалася, тепер чекаємо на безвіз. Що інші країни робили і роблять досі, щоб отримати той безвіз? И Босния и Герцеговина, и Молдова, и Грузия, они намного оперативнее принимали пакеты, которые были направлены на борьбу с коррупцией. Вы помните, как у нас хитрости, те же самые наши украинские политики, внедряли по поводу голосования, когда откладывали срок вступления силы статьи за уголовную ответственность по статьям различным. То есть у нас были вечно какие-то хитрости, чтобы обойти и представительство Европейского Союза в Украине. Это очень сильно не нравилось, что мы постоянно хитрим. Хитрили не мы, опять же, а украинские парламентарии. Поэтому частично вина на том, что мы долго получаем пакет, связанный с безвизовым режимом, лежит и на наших украинских парламентариях. И на одном важном вопросе. Нам никогда не говорили достоверную информацию, когда реально будет введен безвизовый режим и что вообще происходит. Какие условия Европейский Союз нам выдвигает для получения безвизового режима. Именно условия реальные, те, о которых не хотели нам говорить. Тот же самый вопрос по Голландии, вопрос, по, возможно, связан по экспорту лесу, по связи моратория. Я ж не знаю. Нам никто это ничего не говорил. В этом вся сложность. Складности и нашего голосования. Мы дослухалися вас, мы приняли все ваши звонки. 3336 их надійшло до нашей студии. Решение про безвиз для Украины. Чекаю с нетерпением и планую поездку до Европы. 12% так планує и никуда ехать не планую. 88%. Ну так, тим часом проголосувало трохи більше 3000, і знову ж таки нам час рухатися далі. Я нагадую, що за спільно.